Я рад вас всех приветствовать. Спасибо за ваш интерес к нашей сегодняшней встрече. Выборы в высший законодательный орган – это важнейшее внутриполитическое событие в любой стране. Что касается наших выборов, то с учетом того, что за границей проживает большое количество российских граждан, по информации Центра избиркома России, это более 2 миллионов человек, то всего этого для нас эти выборы имеют еще и особое внешнеполитическое измерение. Что бы вы хотели сказать, с чем обратиться гражданам Российской Федерации, проживающим в Эстонии, в канун предстоящих 19 сентября выборов в Государственную Думу? Мы переживаем сложный момент в современном развитии. Это касается и наших двусторонних отношений, это касается обстановки в Европе и в целом в мире. И, разумеется, я думаю, интерес у всех у нас, как у граждан нашей великой страны, заключается в том, чтобы в стране существовала стабильная система управления, с тем, чтобы нами руководили абсолютно дееспособные, ответственные, понимающие нужды российских людей, депутаты, которые работали бы в тесном контакте с исполнительной властью. Поэтому я бы хотел бы призвать российских граждан, проживающих или находящихся в Эстонии, при всех сложностях, кто-то живет в других городах, кто-то, может быть, обременен какими-то семейными или другими делами, все-таки изыскать возможность прийти и проголосовать. Ведь в конечном счете правы те, которые говорят, что от каждого голоса зависит в немалой степени будущее нашей страны. Ну, если вопросов нет, я повторяю, что вся информация, которая к нам поступает, будет поступать в эти дни, представляющая общий интерес, она будет незамедлительно доводиться, вот, в первую очередь, до представителей средств массовой информации. И мы, разумеется, рассчитываем и на ваше содействие в распространении такого рода материалов. Спасибо.